Ольга – профессиональный музыкант, скрипач. Она играет в оркестре и выступает с сольными концертами. Мы очень рады, что она приняла участие в проекте создания диска. Ольга Рыкова. Есть ли удивительная кошка на слова Даниила Хармса? Несчастная кошка порезала лапу, сидит и ни шагу не может ступить. Скорее, чтоб вылечить кошкину лапу, воздушные шарики надо купить. И сразу столпился народ на дороге, шумит и кричит, и на кошку глядит. Кошка отчасти идет по дороге, отчасти по воздуху плавно летит. А сейчас я хочу пригласить Анастасию Погорелову. Она исполнит для вас песню «Кошки» на слова Бориса Захадера. Кошки не похожи на людей, кошки — это кошки. Люди носят шляпы и пальто, кошки часто ходят без одежки. Кошки могут среди бела дня полежать спокойно у огня. Кошки не болтают чепухи, не играют в домино и в шашки, не обязаны писать стихи, им плевать на разные бумаги.